Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Встречаемся с парнем около 5 лет, почти год назад начали жить вместе, прожили месяцев 5, узнала, что он остался ночевать у своей коллеги. Я съехала, клялся, что ничего не было, просто остался переночевать. Было близко до работы. Месяца 2 были непонятные отношения, назад не звал переехать, в ногах не валялся, пощады не вымаливал. На 3-й месяц узнала, что он часто остается у меня ночевать, и измены были. Перестали вообще общаться, видеться, потом начали снова, через месяц вроде бы наладили отношения, он пошел к ДР, к другу, там была она. Одна в компании парней. Потом я узнал, что он все равно периодически ездил к ней. Состоялся душевный разговор, вроде бы все выяснили, обещал поменяться. И тут я узнаю, что недавно они с друзьями поехали в кальянную, и он ее провожал. Мне клянется, что любит меня. Что делать и как быть, я не знаю. Головой это, конечно, понимаю. Живем отдельно. Давайте мы с вами, пожалуй, для начала определимся с тем, что делать, чтобы что. Да? То есть, что делать, для чего? Ну, делать, как бы для чего? Вот. То есть, чтобы что-то делать, нужно, ну, вообще говоря, для чего-то делать. Вот. А для чего делать, пока не ясно. Вы хотите, ну, чего-то. А чего вы хотите-то, собственно? То есть, ну, можно помочь вам разобраться в себе, да? Помочь вам разобраться в себе и увидеть, в общем и целом, что в вашем поведении мотивирует человека снова и снова, да, выбирать проводить время с другой. Можно в этом смысле, ну, гармонизировать ваши отношения. Можно помочь вам с молодым человеком расстаться, если вы этого сами хотите. Если, условно говоря, вас что-то удерживает. Вот, ну, например, допустим, зависимость. Любовно, к примеру. Да? Как вариант, например. Ну, как вариант, например. Можно, в общем-то, помочь вам пережить расставание. Это тоже вот такое может быть направление ну, психотерапии в данном случае. То есть постарайтесь вот определить, чего вы хотите-то, в общем. Потому что пока не ясно, чего вы хотите. Дальше. Значит, ну, вы описываете ситуацию, при которой вы как будто бы ждете от мужчины какого-то поведения, да, то есть мне вот так показалось, что вы ожидаете, что вот вы это все там терпите, например, вы, значит,
ну, что-то вот с чем-то мирите, и в итоге он как-то вот что-то осознает, да, и, значит, будет чувствовать себя виноватым. То есть вот как будто бы вы, ну, как будто бы вы здесь пытаетесь вот вызвать у человека, ну, может быть, даже не у человека, а пытаетесь, ну, на чувство вины сыграть. Вот. Идея в лучшем случае не очень хорошая, потому что ценности у всех свои, вот, ценности у каждого, точнее, свои. И, может быть, глобально молодой человек ничего плохого не видит в том, что делает. Поэтому тут вы, ну, такой имеете риск, как бы потерять себя, вот, и остаться в общем и целом у такого вот, я бы сказал, остаться у разбитого корыта, вот, когда вы ждете, 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 а в итоге как бы ничего не происходит. Да и зачем, собственно говоря, зачем чему-то происходить, если как бы вы снова и снова, ну, к человеку возвращаетесь? Зачем ему что-то менять? Вот, поэтому это вопрос, конечно, вот вашей самооценки, в какой-то степени это вопрос как бы того, как вы воспринимаете себя, это вопрос того, как вы относитесь к, ну, к себе сами. Вот, и это вопрос, как вы вообще в целом видите отношения. Вот, там, ну, совершенно очевидно, что здесь имеет место быть что-то системное. Вот. То есть что-то системное, что-то такое вот повторяющееся, да? И, в общем-то, ну, мужчину, в общем и целом, совершенно устраиваешь. Вот. Поэтому, как бы, то, что вы вот пытаетесь, я бы сказал, как-то вот к чему-то его призвать, да? То, что вы пытаетесь там что-то, ну, человеку доказать, вот. Это вот в целом история, ну, далеко не самая лучшая, как мне кажется. Потому что вы здесь довольно много пропускаете как раз. Довольно много вы пропускаете здесь того, что связано именно вот с вами. Вот, именно, ну вот, ага, с вашим, как бы, ну, с вашим восприятием себя. Вот, то есть это в целом вот такие вот, ну, достаточно деструктивные получаются отношения. И, как мне кажется, в этом смысле только вам решать,
как будут дальше развиваться события. Либо вы принимаете мужчину таким, как он есть, и принимаете, что вот на данный момент человек вот не может ну, в этом смысле, да, не делать того, что он делает. Ну, просто вот не может. Вы с этим принимаете, вы это принимаете, вы с этим соглашаетесь и все. А либо, если вас это вот все-таки не устраивает, то вы занимаете какую-то свою позицию, и коли молодой человек говорит о том, что вы ему дороги, да, коли молодой человек говорит о том, что, ну вот, что вы ему важны, значит, нужно с отношениями работать. Вот. Ну, нужно с отношениями, ну вот, что-то делать, да? То есть нужно их исследовать, нужно их гармонизировать и, ну, как бы, приводить их к какому-то общему знаменателю. Вот. Но это не только его проблема. Как вот вам может показаться, вот, ответственность это обоюдная. И судя по тому, например, что вы пытаетесь вызвать у человека вот чувство вины, например, да, или там ждете, что он будет извиняться, про пощаду говорите, как вы говорите. Вот это вот, к сожалению, такие, на мой взгляд, достаточно манипулятивные проявления, вот, в которых, ну, ничего хорошего быть не может, никакой свободы быть не может. Никакой свободы речи идти не может. Вот. Да, то есть здесь, в принципе, ну, уместно было бы для начала рассказать о своих чувствах, как вы себя чувствуете. Ну, в том, что происходит. Несмотря на то, что вы можете думать, что это очевидно, и тогда, ну, это может быть и очевидно, да, но это важно проговорить. Это первое. А второе, что важно, это поинтересоваться, да, что для него это. То есть, ну, допустим, ничего не было, да, хорошо. Но снова и снова, как бы это повторяется, эту ситуацию игнорировать вот в какой-то степени нельзя уже. Вот. И, ну, к ней, что для молодого человека это значит? Вот это тоже очень важный момент, чтобы он почувствовал, что вы хотите его понять. Да? Вот, дальше. Определиться нужно вам в этом смысле и со своей позицией. То есть, ваша позиция сейчас, она какая? Ну, ваша позиция на данный момент, она какая? На данный момент ваша позиция, на мой взгляд, является таковой,
Что? А вы, например, сперва с человеком, ну, как бы расстаетесь, да? Вроде бы, значит, говорите человеку, все, мы с тобой, ну, как бы больше вот не в отношениях, и вас можно понять. А потом вы как-то вот говорите о том, что снова начинаете общаться. И здесь непонятно, каким образом вы снова начинаете общаться. Из чего, да, как бы, из каких вы это делаете, ну, побуждений, например, из каких вы это делаете чувств, из какого вы это делаете желания и так далее. Если у вас есть надежда, например, что человек изменится, то эта надежда, мягко говоря, не соответствует реальности. Потому что люди без веской на то причины не меняются. И если вы думаете, что веской причиной является ваше чувство к вам, то вы ошибаетесь. Следующий важный момент – это то, что вы, на мой взгляд, чересчур сильно центрируетесь на, ну, собственно, мужчине. Вот. То есть очень много вы уделяете внимание ему, его чувствам, его желаниям, его, как бы, отношению к вам. А на мой взгляд, нужно уделять больше внимания себе. И ориентироваться нужно на себя. Что я чувствую, что я хочу для, ну вот, например, человека, вот, что мне важно для человека, ну, для человека, чего я не хочу для человека, понимаете? А вот этому всему, как мне кажется, вы внимания как раз таки не уделяете. И получается так, к сожалению, получается такая история, что мужчина обладает над вами очень сильной властью. Вот. И вы, получается, в нем нуждаетесь. И нуждаетесь в нем явно, ну, как бы не слабо. Вы в нем нуждаетесь. И, соответственно, эту нуждаемость вам, на мой взгляд, имеет смысл рассмотреть. Потому что чем лучше вы будете понимать для себя, чего вы хотите, да, что вам нужно, что вам необходимо, тем более самостоятельно сможете быть. И тем более независимо сможете себя вести. Ну вот в отношениях с
мужчины. Следующий важный момент, на который хотелось бы обратить вам ваше внимание. Момент этот касается непосредственно тех ситуаций, которые вы описали. О чем здесь идет речь? Речь идет о том, что значит, вы от кого-то узнаете все время. Вы от кого-то все время узнаете, что мужчина где-то с кем-то был. И, на мой взгляд, было бы неплохо, если бы вы поисследовали бы этот момент, этот аспект, да, и, ну, поисследовали бы его и как-то вот задались вопросом, а откуда я это все вообще узнаю? Потому что очень похоже это на, знаете, такие сплетни. Очень похоже это на, знаете, такие проявления глухого телефона. Или слепого телефона, не помню уже. Вот. Это тоже очень важно. Понимаете, как вам стала доступна эта информация, откуда вы узнаете это? Это очень важно. И уже как бы вот воспринимать непосредственные источники. То есть если у вас изначально не было доверия к человеку, да? Ну вот изначально не было доверия к человеку. Это одно. Изначально. Если вы как-то перестали ему доверять там в результате того, что узнали, то это неумение обсуждать, неумение коммуницировать. И последнее, пожалуй, на что я хотел бы сейчас обратить ваше внимание, это на тот момент, что между вами общего есть. Вот на что мне бы хотелось обратить вам, ваше внимание. То есть что между вами общего, вообще между вами и вот молодым человеком. Присутствует ли что-то общее, если присутствует, то что общего есть и так далее. Это все очень важный аспект, потому что отношения выстраиваются на этом. Отношения выстраиваются именно на том общем, что между вами есть. Пока я, честно говоря, не особо увидел, а что между вами общего. Ну, есть вообще. Могу, конечно, ошибаться, могу, конечно, быть неправ. А вот, но мне показалось, что общего между вами, ну, не так, чтобы очень много было. Вот. Хотя что-то, конечно, есть. Что-то общее, конечно, есть. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью, обращайтесь за
индивидуальные консультации, вам это необходимо. А если мужчина тоже считает это проблемой, то обращайтесь вместе с молодым человеком. Я думаю, что парная консультация здесь могла бы помочь вам. Вот. Понимаете, да? Я надеюсь. Вот как-то так. На этом все. Удачи вам. Обращайтесь.